Телеканал КРТ представляє. У нас минулий тиждень він такий дуже гучний був. Тобто наші люди повернулися з Китаю і їх так зустріли. Із Уханя, так, да, непосередственно. Да, дуже цікаво їх зустріли. Зараз до нас наближаються люди, вже наблизились, вже навіть і частина з них вже у Києві, з Італії. Да. Турин, Мілан, це всі. Так, так. Да. Венета. Да, просто ви зачепили цю тему, що у них, в принципі, медицина трошечки теж реформована. От у мене подруга, да, вона ж теж член нашого движення, вона італьянка, ну як, італьянка нашого происхождения, да? І вона, наприклад, лечить, приїжджає сюди лечиться. Лечиться, приїжджає сюди. І коли вот я бувала в Італії, то просто в аптеках я говорю, давай купимо там орбідол, наприклад, да? А вона говорить, ты о чем ты? Здесь невозможно ничего это купить. Я говорю, почему? Потому что ты должен сначала записаться к врачу. Пройдет 3 недели. Я говорю, если ты умрешь. Говорит, ну умрешь и умрешь. Поэтому вот вы про коронавирус, да? Ну, потому что творилось в Тернополе, во Львове, где, что там, запретили посадку самолета у нас в Тернополе, да, это вообще теперь преступление полное. А во Львове шины принесли к больнице, наверное, сжечь хотели. И спевали, ну, знаете, как... гимн, який має відгоняти, да. Коронавірус разом з людиною, яка його, да, переносить. Відганяти іншу Україну, яка не підходить Україні, яка от во Львові у нас непосередньо. Я все прекрасно розумію. Але це одно. А второе – принести шини в больницу і зжечь, як десь, ну, в середньовіков'ї ведьм зжигали. Помните, там, от, или земля круглая, і вона вертиться, нет, вона плоская, на костер его. От із цієї серії. И, а то, что в Санжарах, да, там люди под этим делом, ну, они хотя бы извинились. Вы знаете, ни Тернополь, ни Львов даже не извинился. А теперь к Италии, да, к самому вирусу, потому что я по первому образованию своему, я биохимик, биофизик, генетик, биотехнолог, как хотите, да. То есть это такая востребованная специальность. То-то мы можем очаковать, что вы нас врятуете. Я могу сказать... Вы не дайте политики. Да, я вам могу сказать, что вирус, который в Китае сейчас, и, кстати, который в Китае уже начали лечить, и заявление коммунистической партии, партии Китая, да, то есть их представители, потому что она же у них там главная партия, направляющая, единственная, что советское лекарство 70-х годов под названием орбидол, которое еще до того, как пришла Супрун, у нас великолепно продавалось в аптеках, которое лечит А, Б, написано прямо коронавирус, H1N1, H5N1, это, люди понимают, о чем я говорю, это штаммы гриппа. Так называемые и свиные, там, и атипичная пневмония, и все это с 2000 года, с 2003-го, с Китая как бы идет. Вот этот вот орбидольчик, он великолепно все лечил до появления у нас великой американской диаспорянки с 2 или 3 паспортами, я не знаю, которая, кстати, где, опять уже там, да? Как и Яреська, как и Абрамович, она там часово приезжает. Как и с Гуладзе, ну, конечно, контролирует. Она сподівається на те, что она повернется, ибо, в принципе, она не допрацювала, она контролирует смертность, конечно. Вот Днепропетровску она должна вручить пальму первенства там, потому что у нас умирают людей больше всего. Реформа работает, молодцы, пожать руки и так далее и тому подобное. Зачтется. Так вот, в Италии, я просто хочу успокоить наших людей. Во-первых, китайцы уже объявили о том, что есть вакцина, и о том, что они лечат этим самым орбидолом или его китайскими аналогами, там содержащее вещество одно и то же. Это лекарство в 60 раз замедляет репликацию гена, ну то есть скорость размножения гена в организме. И, соответственно, что мы имеем? Мы имеем легкую тяжесть или среднюю тяжесть течения болезни. Плюс этот вирус действительно как бы адаптировался или адаптирован был, я не знаю как точно, под определенную расу, да, то есть под китайцев. Или под желтую расу, как вам больше нравится по классификации мировой. Поэтому европейцы его переживают или легко, или средне. Но есть одно но. Любой ОРВИ, любой грипп особо опасен для людей с хроническими заболеваниями и с, ну, с возрастом, с пожилым возрастом. Поэтому что мы имеем в Италии? У нас все люди 78-86 лет. То есть не зафиксировано в мире ни одного случая до 15 лет, чтобы дети вообще заражались. Даже китайские детки не заражались. Вообще нет. А смертность населения, которым средний возраст, это до 65 лет, составляет 0,9%. Ну, чтобы вы поняли, это меньше, чем обычный грипп. Я хотел как раз вернуть общая увагу. Статистика 3%. То есть сейчас вот в мире умерло 3% от тех, кто заразился. Причем Китай уже заявил, что все найдено, лечит аналогами так называемого, да, советского вот этого еще разработки в виде нынешнего орбидола. Это не реклама, это составляющее вещество, которое, да, чтобы просто знали, это китайское заявление китайских руководителей. Плюс они уже сняли
уровни опасности, так называемые, да, уровень опасности. С первого понизили, вернее, с четвертого понизили, на второй где-то, на третий, то есть они уже снижают это. Пик прошел, Всемирная организация здравоохранения сказала, что пик прошел 2-3 февраля. И сейчас мы имеем хвост на европейских территориях, где люди болеют. Но чтобы вы поняли, вот эти пожилые люди, их просто даже никто не лечил. Они умерли, один человек с онкологией лежал, у второго было сердце. То есть это очень пожилые люди с сопутствующими страшными заболеваниями, ну то есть онкология. Любая проблема с иммунитетом приводит к смерти этого человека. То есть то, что мы имели, вот то, что мы видим. Теперь по поводу Украины. У нас, слава богу, есть противовирусные, у нас есть антибиотики. Еще не добили окончательно палкой систему Семашко, это советская медицина, которая Супрун добивала, но наши люди, наши медики, они... Трошечки вот так обходились. Они, да, они там на Супрун смотрели, да, но в аптеках, тем не менее, все есть. Поэтому у нас есть чем защищаться, у нас есть чем лечиться. Главное, чтобы не было идиотской паники, да, которая вот там, я говорю, охватила у вас паника вот север или нет? Она говорит, ну да, есть регионы, в которые 5 городов, которые сейчас поставлены на карантин. В том же, например, Турине только школы не работают, садики и университеты. А как бы магазины, все остальное работает. Есть вопросы в китайском квартале, в так называемом. Там действительно у них запрещено с 18, по-моему, до 7 утра проводить там усилительные заведения, вот эти все моменты. А так они работают. И, то есть, когда к ним пришла вот эта вот беда, оказалось, что европейская медицина как таковая не работает. То есть там есть проблемы. У нас же есть остатки еще советской медицины, советских врачей. И, соответственно, у нас есть очень большой шанс, что мы переболеем как обычным гриппом. И все. Поэтому даже если сюда проникнет коронавирус, даже если там он кого-то будет зафиксирован, то если этот человек, ну как бы вот этнический украинец, там белорус, русский, ну любой этнический как бы европеец, да, то в принципе это легкая форма или средняя форма, если это не касается пожилых людей. И то там есть определенные лекарства, которые будут использованы. Я считаю, что эта паника, она очень выгодна просто определенным странам, да, для того, чтобы угробить... Або деяким виробникам масок. Да, экономику, или угробить экономику, да, снизить рост китайской экономики. Или же очень удобно продавать маски, очень удобно выяснять, скажем так, отношения как бы вот на этом фоне, да. Ну, и вы знаете, что то, что травля китайцев началась в мире, ну, для меня это вообще, это сродни какому-то такому, знаете, осовремененному фашизму. Ну, при чем тут китайцы, да, которые на самом деле жертвы, люди пали? Это же как новые Санжары. То есть для меня это, например, неприемлемо, поэтому вот то, что я общаюсь и с медиками, и с людьми, которые разбираются в этом вопросе, вот то, что я вам рассказала, как бы, это ну, в принципе, я дякую, тому что мені трошечки спокійніше стало на душі, і я думаю, нашим телеглядачам так уже само. Есть заявление китайцев, уже есть определенные лекарства. А, кстати, даже та вакцина, которая против COVID-19, да, ее придумал тот врач, который, собственно, уже на себе ее испытал. 4 дозы этой вакцины. 4. И пока ничего плохого нет. То есть мы, конечно, ждем, но я думаю, до этого доводить не надо. Масочки, конечно, нужны, потому что вообще эпидемия гриппа какая. И он гуляет сейчас в самых разных вариантах. Кстати, в Днепропетровске было до 17 числа объявлено как бы, ну, вот карантин по школам. Это немножко снизило, то есть именно вот этот вот напряг с детьми связанный. Потому что, ну понятно, наше будущее – это дети, мы должны защищать.